Привет! Если ты не жадина-говядина, успей поставить лайк под этим видео за 3 секунды! 1, 2, 3! Время вышло! Сыночек Хаги может удивлять, умеет он монстров призывать. Руками он разводит, свет из него исходит, и монстр начинает рядом возникать. Услышал он про солнце и луну, и очень захотелось пацану с солнцем подружиться. Начал он светиться, в это время Хаги к сыну заглянул. А рядом с ним солнце стоит, за сыном Хаги оно просветит. А Хаги и рад, ему надо уйти, тренажерки мышцами трясти. Солнце с сыном только захотели играть, сразу везде лампочки стали мигать. Перегорели все до одной, и солнце стало очень злой луной. Мелкий побежал на шкаф, залез, а луна ему наперерез. Высоко взлетела, к шкафу подлетела, он со шкафа быстренько исчез. Побежал во двор, луна за ним, голодом ужасным одержим. Но вдруг какой-то Хаги кинул ему тут факел и погоню сразу прекратил. Сыночек Хаги может удивлять, умеет он монстров призывать. Руками он разводит, свет из него исходит, и монстр начинает рядом возникать. Услышал он про солнце и луну, и очень захотелось пацану солнцем подружиться, начал он светиться. В это время Хаги к сыну заглянул.